Сегодня в краевой столице прошли суды сразу над двумя молодыми барнаульцами, обвиняемыми в экстремизме – 23-летней Марией Матузной и 19-летним Даниилом Маркиным. Второе по счету заседание по делу Матузной прошло в суде индустриального района Барнаула. Судья заслушал свидетеля, после чего адвокат обвиняемый заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. В таком случае материалы дела передали бы обратно в прокуратуру, где предстояло решить, в какое производство перевести дело – уголовное или административное. Но такого поворота не произошло. Судья отказал в прекращении уголовного дела. Кроме того, из-за неявки порядка 7 ключевых свидетелей заседание перенесли на 28 августа. Заседание по делу Даниила Маркина рассматривал суд железнодорожного района города. Было заявлено 2 ходатайства. Первое – о проведении повторной психологической экспертизы. Второе – запрос в офис ВКонтакте в Санкт-Петербурге для того, чтобы проверить, действительно ли на странице Маркина были картинки экстремистского содержания. Оба ходатайства суд удовлетворил. Следующее заседание состоится 15 октября. Напомним, Даниила Маркина судят за сохраненные картинки с Джоном Сноу на религиозные темы, а Марию Матузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих после того, как она сохранила на своей странице мемы с изображением чернокожих детей и священнослужителей.